Всем здравствуйте. Хочу снять небольшое видео о ремонте колеса. Ну, у меня вот на вездеходе вот это колесо где-то за два, может, три дня спускает. Это вот уже четвертый день. Вот так спустило. Вот то, что не подкачивал. Вот так как они с камерами, эти колеса. Ну, я специально делал с камерами, чтобы вот такого не было, чтобы не спускали они. Вот хочу сейчас это отремонтировать это колесо. Ну, оно с самого начала так было. Видимо, камера там с дырочкой или где. Ну и когда делал вот эти диски с бэдлоком, много было вопросов, почему с бэдлоком. И вот хочу показать, как... Ну, не снимая колеса, снимается отсюда камера. Может, кому-нибудь будет это интересно. Колесо поднял, никель выкрутил. Ну и сейчас будем откручивать. Гайки все открутил. Снимем кольцо. И по идее должна покрышка сняться. Вот. Камеру надо еще спускать. Сейчас мы пока на паузу поставлю. Камеру более-менее спустил. Ну и почти вытащил. Вытащил. Все. Камеру, наверное, я сам клеить не буду. Сейчас, наверное, в машину погружу и увезу на шиномонтажку. Пусть там найдут, где дырка, ну и заклеят. Камеру свозил на шиномонтажку, заклеили. Ну, сейчас буду устанавливать.
Все, колесо забортовано. Ну, осталось накачать. Так что, если с камерой делать, то лучше с одним бедлоком, чтобы она сюда снималась. Это без камерка. Тогда два бедлока лучше с обоих сторон. Ну, сейчас буду накачивать. Шланг от компрессора размотал. Сейчас будем качать. Сейчас пока на паузу поставлю. Ну. Пол очка есть. Ну все, можно это заканчивать качать. Сейчас остановлю. Колесо готово. Все накачал. Но мне многие писали то, что надо меньше качать. Но на манометре это вот самое первое деление пол очка. И чтобы во всех одинаково было, но я качаю пока не пол очка. Когда разживусь манометром, который меньше показывает, тогда будем меньше качать. Ну, это видео я снимал, чтобы показать, что с одним бедлоком можно колесо на месте делать. Это быстро, но не тяжело, в общем. Не надо колесо снимать, оно все на месте делается. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.